Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на тур Хонгарена.ру. Всем еще раз привет, это вторая игра команды Campo из Канады Squarer. На данный момент Squarer ведет 1-0. В сакасте со мной по-прежнему Федя FLSnow. И тут уже первая стадия пиков банов закончилась. Скамы забрали себе бегемота, паразита и паску. Команда Hellborn взяла ревенанта, слона и амансера. В первой стадии банов пробанили, как мы уже говорили, White Solo сразу с Quarer и Midasa, чтобы не видеть его у команды Кам. А Камы отвесили им дедлифтом и Салфорисом. Во второй стадии банов Deadwood, Magmus и Clanks. Достаточно интересно, Казандар пикает в этой игре. А от команды Hellborn, Magebane, Силуэтка и Trample. Riptide. Всех керриков перебанили. Для камов? Сейчас будет что-то типа репульсера, скорее всего. Или бегемота мы... Ой, Сандрейс мы увидим у команды Squarer. Против Riptide. Там же бегемот. Нет. Да не, нормально заходит. Хотя есть ДЛ-ка та же в пуле. И, скорее всего, если сейчас Squarer ее не заберут, ее заберет команда Кам. Bloodhunter. Окей. Какой-то залив. Мне уже не нравится, это уже 1-1. Ну тут просто вот сразу. Какой-то Bloodhunter. Ну вот Bloodhunter, чтобы что? Ну, чтобы крипа паразита кушать. Законтрено. Все? Это же не керри. Ну, по сути, он не керри. То, что он может это бить с руки. И линку сбивать. Ну, то есть тот же Riptide, он его просто на мясо порубит. Да нет, тут просто еще много всяких таких полезных керриков. А может быть, он хотят они Bloodhunter на мид отправить против? Нет. Хотя могут. Просто там реально керри еще нормально. Ну и вот на миде будет Bloodhunter. И что? Ну вот непонятно. Что? Он ганкать побежит на 6 уровне или что? Там и Dark Lady вон есть. Там... Да-да. Вот, я об этом. Бушвак есть. Да тут же Дампир. Как-то посолиднее, чем Bloodhunter. Да, не знаю, но Bloodhunter вообще. И Swift Blade от команды Кам. Ну это лучше, чем Bloodhunter. Конечно лучше. Сейчас посмотрим, может это реально какой-нибудь обманный трюк. Нет, все же это Керри Bloodhunter, и на миде будет Пеблс, скорее всего с Ревенантом. А Bloodhunter оставят раз на раз против Бегемота, ну не знаю, там... Какого керри, в принципе, не поставь против бегемота, он выиграет его раз на раз. Let's get it on. Тони Старк. Тони Старк? Ну, Тони Пеблс. А. Тини, Тони.
Антон, как его там? Антоха. Да, соло топ Bloodhunter будет стоять у нас против Бегемота. Должен его выиграть. Обязан. Там нет, должен. Ну просто, помню, мы играли еще когда с Риджента. Риджента пошел Бегемотом соло карты, против него вышел Bloodhunter. Он взял и убежал, сказал, что Bloodhunter сильнее, и все. И Bloodhunter против крипов стоял. Поставил вард бегемот. Но тут такое, если Bloodhunter тоже отпустить, он так-то может создать проблем. Достаточно интересный запул свифта. Два носка. Обгреженный щиток, скорее всего, будет. Но почему не наоборот сделал? Ну, хотя тут он слишком сильно запулил его хилом. Будет он стоять, скорее всего, раз на раз против геомансера. 9. Ну, хотя против геомансера. 9 деревяшек, красная банка. Пожестче, пожестче вообще. Так, ну, дабл. Не знаю, по-моему. Ну, это все против третьего спала, но так-то геомансера с руки может побить. Плюс крипы будет. По-моему, все-таки рептайд посильнее, чем Пеблс в этом дабл. Ну, тут еще есть слон у Тони и есть паразит у рептайда. Ой, стеночка такая. Да, но у рептайда не было ни сайленса, ни волны. А кстати, смотри, мне тут подсказали из команды, что на пике так Казандар. Может, ты это говорил уже, а я... Я сказал это, да. Что-то, видимо, ну пошло не так. Симу сейчас, скорее всего, вардец, да, стеночку дал импаска, и Пабблс не смог свои атаки давать по варду. Ну, в принципе, он и успел дать одну с его скоростью атаки. Ну, Бегемот тут получает и фарм, и экспу. В принципе, нормально стоит против Bloodhunter. Я вот сейчас посмотрел, так-то у Bloodhunter крипов и бита 9. Чё-то мало как-то. Пачку куда-то отдал. Подбегает в инвизи слон на мид, но он знает, что там контрвард стоит. Будет заталкивать сейчас крипов, но нет. Как-то, на самом деле, как-то БХ с бегемотом-то фармит почти одинаково. Ну, я о том и говорил, что как-то по крипам-то БХ так маловато. Так не должно быть, БХ должен загнать уже давно было этого бегемота. За счет своего лайфстила на лайне, я не знаю, там, да, разминает, разводит на тычки, станет слона, но не попадает он по рептайду, и поэтому рептайд будет выживать. Бегемот. Прилетел на мид. Бегемот. Когда уже тимфайт закончился. Я тут, пацаны. И, кстати, подходит еще на мид Морж. И сейчас должны Антон забрать стан, фиссурка. И Пеблс. Это ФБ для команды. Это инвиз. Это не ФБ. Рано радуйтесь. Как говорится. Геомайсер отправляется на руну. Но руну заберет Ревенант. Ну, в принципе, у Гео тут
на 2 бутылка заряжена, ему вполне хватит. Слона попытались забрать, рептайт вместе с бегемотом. Вот если бы у бегемота была бы мана на фиссурку, скорее всего бы слон умирал. Кстати, сейчас БХ возьмет раньше 6 уровень. Ну, в принципе, он уже сейчас почти 6, а бегемот вот 4. Да, и... Ну, нет, он стоит очень близко с тауэром, и дэмэджа не хватит. Просто бегемот станет под тауэром, а тауэр и бегемот это больше, чем один БХ. Логично, вот, да? Шестой. Поехали в рептайда. Хороший. Ну, дэмэдж проходит. Не знаю, заберут, а нет. Он его раньше не включил? Не знаю. Вот надо швырять что-то сейчас. Ну вот он не достает уже там небольшой рейндж на втором. Странно, почему он ДД не включил раньше. Так бы убили. Да. Свифт, кстати, обыграл геомантера. Фейкнул ульту, сейчас все будет. Ой, БХ ультанул бегемота, нет сейф-тпшек. Кстати, бегемот-то пережил ульту, откидывается фиссуркой. Вейстед, ну, так-то. А я бы пошел. Ну там 2000 надо делать, а у тебя всего лишь 200 хп. Там можно было, он же не под башней стоял. Но он добежал бы до ДД2 по-любому. Достаточно странно, Свитблейд крутится, а первый спрут все равно продолжает. Ну, не дамажить, а он просто видно, что, типа, прокает. По Свитблейду. Третий спел геомантера. В инвизном крипе. Видит, что смещается на мид геомантер 6 уровня. Сейчас-то могут его так-то поймать. Мистаном от Пэблса. Зато геомастер попадает, раскастовывает свой ульт. Это ФБ для команды SquareR. Ну, как так? Ребята же знали, что здесь находится глиста. И все равно. Беги получает 6. И, кстати, Гелот сейчас еще загангает бегемота, но нет маны у Бладхантера. Ему нужен Чилис. Есть у него. А ну на 2 скилла нет, да. Подбегает. Повесил ульту. Ну так-то на сальности нету, и сейчас просто беги разультится и заберет. Станут Гео, но заберут тут и Гео, разультился Блейд, забирает геомастера. Зачем это было? Нет, сделано? Без сальности, ну. Я не понимаю, как они бы его забрали. Тут еще запаниковал маленький бегемот, он мог вообще убить Бладхантера. Но он в крипов просто забежал. Без сальности. Сейчас, кстати, мана на крутилку будет у Сиблейда, и Бладхантер будет. Заджукал, да. 390 мс дают себе знать. А Сидблэйд, кстати, достаточно такого плотного. А он стимы купил, да? Да. Кстати, бронированный. Не нравится мне. Тут надо энерджайзер-то себе приобретать. Как-то через крипов тебе же надо в крутилке пробегать. На миде въехали в Пеблса и забирают его с помощью паразита и бегемота вчетвером. Хотя в ассисте не поучаствовал, кстати, бегемот почему-то. Так, слон наверху. ПВП со Свитблейдом. Нет? ВХ что-то как-то подспустил фарм на самом деле. Да? Это 11 ДПМ. У Свифта почти 4 сотки. Видели Свифта? Свифт сейчас просто бегает. Да, не фармит. 390 ГПМ у него. Сейчас попробует Н6, что ли, забрать. Рептайду дают почему-то фрифарм на миде. По непонятным мне причинам.
Забегает в инвизе слона. Тут стоит контрварту, ребята из команды Кам. И отпустили геоматера просто на фрифарме. Он вынесет ПК в скором времени. Если его и оставит еще на пару минут. Пеблса, да, раскастовался. Пеблса по-любому тут будут забирать. Еще и заберут и слона. Ну, хотя полетает БХ, забрали бегемота. Это два в одного. Полетает свифт. Ну, и вот... Вот эти гасты. Хотя, забирает еще и ревенант. Это минус 3. Ну, да. У меня бы... Не знаю... Ну, вообще бы он не стал прыгать, мне кажется, если бы это... О, геомайсер видит рептайда? Ну, рептайд с импаской. Тут такое себе. А ульта БХ была в импаску, да? Нет, в бегемота. Это ж... Надо было в рептайда ультовать. Пеблс у нас что-то далек от... Тони, да, прилетает на мид обратно. 270 ГПМ, есть у него ПТ, но до даггера ему еще 1900 голды. Кстати, в тимфайте не было геомайсера. Который продолжает фармить. Да, потом уже пришел. А, кстати, если бы он был... Это лишний стан, лишний дэмэдж третьего спала, плюс, возможно, ульт бы там прокнул. Ну и что-то он тоже далек. Ну как тебе сказать далек? Так-то 280 ГПМ практически как и в прошлой игре. Посмотри, какой наглый редженда. А это же реджен. Сейчас, мне кажется, за это он поплатится. Попытался добить крипасы в лейн. А, ну вот сейчас он... Раскаст от паразита. Ну вот нет гастов. Да и крутилки не было. Подождали бы чуть-чуть. ТП. За бегемотом тут погоня. Дали саленс. Ну и скорее всего бегемот тут будет умирать. Будет умирать. Как-то слишком нагло сейчас Square Air играет. Ну, бегут просто за бегемотом, а Камы-то славят своими ТП-шками, и тут нет одной простой в ТП. Эмпас сейчас еще встретит слон вместе с Бладхантером. Ну, а тут попытались ехать в рептайды, в принципе, у них это получилось. Подходит на мид паразит, чесит за эмпаской, которую стопудово тут будут забирать. Да... Энерджайзер появился на свифте, есть 11 уровень, откатился свит слэш, подцепили, пеблса, ультанул рептайд, разультился свит блейд. Какая ульта от бегемота, ну тут есть продолжение от геомайсера, который, ну так-то, заберут БХ, ну и тимфайта в пользу команды, в сухую полностью, в камов, отыграли 3000 голды, плюс стали вести 3000 экспы, нет у геомайсера стана. Ну будет сейчас крутилка! Крутилка! Да, еще лишний фраг в свисту. И, можно сказать, 5 в 0. Ну, 5 в 1. Потому что ревенант тут, посмотри, каленый какой. 30 хп у него. Не, ну я говорю, практически еще забрали ревенанта. Появился мом, да, на свифтблейде. А, такой будет ситуативный. Плюс мека появилась на паразите и в молнии выходит Бладхантер. Ой, бежит за свитблейдом. Надо крутилку нажимать. И ТП-шку. Ищи крипов всех забрал. Ну, кстати, насчет паразита это такое себе решение. Меку покупать? Ну, в принципе... Я про Элдер паразит. А, про Элдер паразит. Какой-то Firebrand или Shroud в будущем смотрелся бы как-то по... Пеблс вместе со слоном сейчас попытаются забрать бегемота. Бегемот, кстати, 10 уровень. Это вот стимфайта на миде. Попадает станом по бегемоту. Должен продолжение от Пеблса. Но тут слишком все растемили. И как-то там вообще надо было кидать слона, мне кажется. Потому что он там кое-как краешком сейчас зацепил. Пока у Пеблса он получает вот сейчас... Геомансер, но тут соло стоит. Он не убьет? Да. Точно свиста, вообще никак. Но он еще сам отъедет. Даже если всем попадет, не убьет. Слишком плотный свифт, 1400 хп. Ну как-то БХ. Пока еще и на слоне появляется. Ну и сейчас, кто лучше будет инициировать. Но тут опять же инициация все-таки лучше у SQR.
На миде хотят въехать в Риптайда, два ПК реализовать. Интересно, видели, пока мы на Пэблсе? Пока на слоне точно был Вижн. От Эмпас стоит Вижн? Вроде когда видели. Ой, там сейчас байт на иллюзию Риптайда, посмотри. Где, в миде? Нет, нет, нет. А, наверху. Пэблс забегает в инвизе Ревенанта. По идее, нашли бы тут... Это? Не стали добивать иллюзию Рептайда, а кстати. Вот... Разультился Свифт и просто разрубил голову Бладхантеру. Стан Геомайсера в никуда. Геомайсер, скорее всего, тоже тут погибнет. Рассказ от паразита, подлетает Рептайд. Тут уже Рептайд. В четверых мог бы залететь, но вовремя стан от слона. Раскастался Геомайсер. Там никуда заходит в гущу событий бегемот. Я думал, сейчас ультанет, но нет. Посыпалось. Просто посыпалось. Сталагмиты в никуда, стан Геомайнсера был крутил. Что хочет сделать Пэблс? Умереть? Хотя могут попробовать забрать паразита, если он его чакнет, да. Нормально, хоть так. Куда ни шло, на самом деле могут сейчас подождать и еще убить Свифта. Да, будут, не будут. Такой хороший вариант. Ну, мне кажется, если Свифт просто прожимает крутилку, ничего, ребят, не получится. Тут байт, байт еще бегемот стоит, он даст фиссуру и ваш фраг... Видят бегемоты и бегемоты. А, бегемоты будут, да, забирать, потому что стан на... пока на слоне. Забывает крутилка и ТП вей. Ну нечем просто сбить. Да, и в шранкинг, кстати, сразу выходит Рептайд, потому что видно, что там один мэжик. Файрбренд. На Свитблейде и Шранкин Хэт. Ну, по ГПМ видно, 400 ГПМ. На Свифте 500. 8.00. Тандерклав появился на Бладхантере. Ну что-то мне подсказывает, что мы увидим тут третью игру. Нет, ну подожди, 2000 пока... Я бы не стал сюда. Ну, тут, чтобы забрать Свифта с 1700 хп, у которого в скором времени сейчас будет 16 уровень, я не знаю, сколько усилий надо приложить. Ну, в смысле, просто если заинициировать в него первым, да? Все в него отдать, и тогда у них что-то получится. Но там есть еще дэмэдж от Рептайда, есть дэмэдж от Бегемота, есть дэмэдж от Паразита. Находит Паразита, кстати. А наверху... Свифт забирает Тауэр. Пауза от Легиона. Дает ТП-аут. На мид он дает ТП-аут, кстати. Просветили, кстати, Пэблса. Знаете, сейчас его местоположение. Сейчас надо ПХ сильно накорить надо его. Тут, кому? Он... Свифтблейда? Да, что? Свифт в ульте и ближайшие 5 секунд. Фонтан, а кто тыпается на Т1? А, Бегемот на Т1, а Свифт на Фонтан. Все, я вижу. Вон у Бегемота баф от... Да, я вижу, вижу. Отжимает паузу. А, подцепили, Пэблса сбили ему Портал Кей, дали Саленс. БКБ просто прожал Рептайд, он тут под хостой. Сбивает еще ТП-шку Геомайнсеру, и Геомайнсера тут будут забирать. Два фрага на ровном месте. Плюс Свитблейд забрал Тауэр. Закидом. Сейчас еще ПК на бегемоте будет, у него уже есть 11 уровень. Кстати, это удивительно, да, что у бегемота нет еще ПК, что они выигрывают последние
Многочисленные файты. Наглый Рептайд. Забирает тауэр, да, и уходит. Сенка сбивает ПК, которая слону. Тут, кстати, уже Свит Бэйт подходил, так-то могли и развернуться. Еще одно ТП, только уже на Т2 Павел залибовался. Да, надо отходить, потому что М-паска тоже вывалилась. Сифт через пару пачек лесных будет уже 16 уровень. Пабблс пытается найти хоть кого-нибудь. И, в принципе, найду сейчас Свифта. Надо его... Но тут... Ой-ой-ой, спалили, надо... О, Сайленс. Вовремя Сайленс повесили, забрали. Хотел из No Vision дать ульту, но... Но он немножко замешкался, по-моему, да, Свифт Блэйд? У него была такая возможность. Но он ультовать хотел в дальнего. Если бы он ультовал в ближнего, то, мне кажется, он бы... Да. А он еще просто лишний шаг сделал. Как раз хватило этой секунды, но чтобы это, кстати, повесить Сайленс. Фига себе, всего лишь. Там со Свифта 825 голды получили. Причем говорил, их получил Пеблс. А, ну мне показалось, значит. БХ выходит в шранку. Въезд в Рептайда, слон. Дальше продолжение. Успеет ли поражать? Да, успевает поражать Шранкин. Надо ультить и уходить. Хотя влетает бегемот! Убивает БХ, убивает практически. Да ты это Team Vibe от команды Square R. Эх, сейчас бы если Пампаска добила Ревенанта, это просто... Да, в принципе, это можно отправлять в хайлайт. Это 500 серебра, ребят ваши. Так что давайте. Ребята, давайте, деритесь за реплей. 19:30, начало. Красиво, очень красиво было. Бегемот просто, не знаю, МВП тимфайта. Семнадцать-10 в пользу команды Кам. Рептайд приобрел себе Бульварк, приобрел еще один Майти Блэйд. Выходит он, скорее всего, в Башар. Это же не Айс Бренд будет. Понятно. Подожди, на ком, на БХ? Нет. А? На Рептайде. ПК, кстати, на Свифте. Сайленс. Получил еще один Сайленс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пеблс чуть не погиб. Рептайд попытался забрать Пеблса. Сколько же станов промазали Square R, подошел еще паразит. Но то, что Свит умер два раза подряд, это, конечно, очень плохо. И убивает ее за пару ударов. Бегемот в грибах. Паска внутри. 14 уровень у бегемота. Сейчас откатится уже ультимейт. Подфармливает геомайстер крипчиков, но его сейчас, мне кажется, заберут. Разультился беги. На. Ну и в соло его просто было сломал. ДПК. Ну теперь уже 200 ДПК. Да, 300. Даже да. Даже 300. Там же пока 250. Что-то как-то БХ... Ну, забрали они пару раз Свитблейда вот сейчас вот. Но все равно как-то у него, да, 360 гпм, 3-3-3. По айтемам как-то. Ну тут 3, не 3. 3 или 3, или не 3, все равно, ПХ против Свифта. Бульвар на Пэблс. Блин, я собирал пару дней назад в ТММ вот такой примерно айтем билд на Свифта. Но там ситуация немножко была другая. Я умер на лайне, по-моему, раз 7. Ну я так давно когда-то играл с таким билдом пару лет назад. Но у меня не было ПТ. У меня все равно были гасты. Да, фазы, да, они как-то получше. Пеблс. Получает Сайленс от Рептайда, но у Пеблса есть руна хосты, которую он сразу видит, же активирует. Кстати, слон... Ой, как он сейчас спустился вообще?
Инвиз от Ревенанта, но все это было на Варде. А Пеблс залетает в Рептайда, прожимает БКБ, получает... Кстати, Рептайд ульту от БХ, но если он сейчас побежит, то он умрет. Нельзя бежать, надо драться. Разлетелся Свитблейд, уже потеряли ребята почти всех персонажей из команды Square R. Остается в живых слон, но которого подцепили. Сейчас будет фиссурка от Бегемота, продолжение станом, плюс еще стенка дамажит. Это минус 4. Очередной раз потеряли только одного Рептайда, но они в него залетели. Тут я не знаю, на каких фартах ушел Бегемот, ой, Бладхантер из этого тимфайта. Разлетелся в него Свифт. Ревенант отошел и слышал мне руку. Ну и как бы получается, что БХ ничего не делает? Вот, так он и не может ничего делать. Он не может ничего делать. Он может только бить с руки. А с руки ему бить там очень-очень опасно. Камы забирают Кангора. Вот. С руки, да, бить, даже если тут Хронос был, который бьет с руки только, да, он бы даже круче смотрелся. Эмпаска сейчас собьет портал Кей. Да, сбивает Пеблсу. Еще фиссура идет. Залетает Беги. Ультанул. Ну что-то. Что-то, по-моему, да, это ГГ. Ну тут 11 тысяч экспы и 16 тысяч. Консид Волт и. Точнее 16 тысяч XP и 11 тысяч голды, но это не так влияет, как то, что у вас на керри, ну, Bloodhunter, у которого до сих пор нет шаранки, он не будет драться, вот он. Влетели в твоего слона, по сути, и ты стоишь просто сзади и ничего не можешь сделать. Ну и достаточно ожидаемая победа камов. Не должно было быть 2-0. 1-1 у нас. И будем ждать заключительную, третью игру, финальную. Никуда не уходите. Четвертый сезон Хонтур представляет «Аватары Парагон». Собери полную коллекцию аватаров и получи эксклюзивные бонусы. Покупай «Аватары Парагон» и увеличивай призовой фонд турнира. Угадывай результаты матчей и выигрывай ценные призы. Делай ставки на Тур Хон Гарена.ру.